Много лет тому назад, около 30 лет тому назад, в другом здании музея у нас были различные выставки, и вот приходила Манаба Омаровна Магомедовна на наши выставки. Конечно, я немножко стеснялась подойти к ней, поговорить с ней, вот. Но один раз все-таки я это сделала. Я подошла, и она была как раз у витрины с прикладного искусства Дагестана, и там были изделия, выполненные Расулом Алихановым и Гаджи Махмудом Магомедовым. Она очень внимательно их рассматривала. Я подошла-то, извинилась и сказала, что вот мы не можем представить многих ювелиров Дагестана, потому что мы не имеем их в своей коллекции. Вот. Но я хотела бы, чтобы вы сказали свое мнение об этих ювелирах. И она сказала, что эти художники, ювелиры, кубачинцы, они, говорят, ну, почти что мое поколение, то есть ее поколение, но я считаю их намного выше себя, потому что они в какой-то степени были и моими учителями. Я узнала, что она написала несколько книг, начиная с 68-го, 71-го года. Книги назывались «Я кубачинка», «Резец золотокузнеца», «Узоры жизни». Я их просматривала, прочитала. И во мне родилось такое впечатление, что как такая маленькая, хрупкая, изящная женщина могла освоить такую трудную профессию золотокузнеца. Золотокузнец – это слово мужского рода. За тысячелетнюю историю кубачинского ювелирного искусства ни одна женщина не притрагивалась к металлу. Это было как табу. И вот Манаба Магомедова, она в истории вообще кубачинского искусства, первая осмелилась изучать, войти в этот храм искусств и начать в нем работать. Мне стало интересно, как это ей удалось, потому что затем, просмотрев каталоги ее работ, она участвовала во многих международных выставках, во всех практически российских выставках, в Тбилиси, Махачкале, Санкт-Петербурге, Москве. И никогда, посмотрев на нее, не поверить в это. Я начала изучать ее жизнь. Не так вот, как по-книжному, просто для себя по-человечески узнать, вот, что в этой женщине. Она до 10 лет воспитывалась бабушкой в кубачах в традиционном дагестанском кубачинском понятии. С 7-8 лет они начинают заниматься вязанием и вышиванием. 10 лет семья переехала в Тбилиси. В Тбилиси уже середины 19 века многие дагестанские ювелиры, и особенно кубачинцы, они там уже проживали и работали во многих артелях. В 1935 году 10-летнюю Манабу привозят в Тбилиси. Семья переезжает в Тбилиси, до этого отец там жил. И они начинают там жить уже без отца, отец трагически погибает. Он был в 11-м поколении ювелир-золотокузнец. Считался очень талантливым гравером. Но узнать об этом она смогла только со слов матери и со слов своей бабушки и его, естественно, друзей и родственников. Она впервые взяла штихель в руки в 10-летнем возрасте. Что же ее побудило к этому? Бабушка как-то показала ей подсигар, выполненный ее отцом в технике черни и гравировки. Потом она вспоминала, что она видела очень много вещей, выполненных, может быть, даже на более высоком уровне. Но вот эта вещь грела ее всю жизнь, и она была семейной реликвией. Может быть, в тот момент, может быть, позже, когда в семью приехал друг отца, Абдул-Джалил Ибрагимов привез альбомы с орнаментикой кубачинского орнамента. И видя, как девочка с интересом рассматривает их, он ей предложил помощь в том, чтобы она освоила все эти орнаменты, узоры кубачинские. И она с очень таким большим рвением за это взялась. Практически он первый, ее первый штихель в руки вложил он. И она начала свои первые попытки. В ее жизни было много учителей. И что интересно, удивляет ее отношение к своим учителям. С каким благоговением, с какой дочерней любовью она о них вспоминает. Первыми ее учителями-грузинами были братья Тома и Авросий Джикия и Михаил Имимадзе. Они практически водили ее руку по орнаменту, и она набиралась опыта. Потом у нее было много учителей по жизни, и теоретиков, и профессор Строгановского училища Михаил Яковлевич Мишуков, и народный художник Грузии Ладо Гудяшвили,
Ирене Оскаровна Шмерлинг. Они были как путеводной звездой для нее. Она всегда у них консультировалась по композиции, по рисунку. Она дружила с многими художниками Грузии. В 1945 году она приезжает в Кубачи и какими-то уже взрослыми глазами, повзрослевшими глазами, смотрит на свой родной Кубачи и приходит в артель, которая была в Кубачах. С 30-х годов уже была открыта в Кубачах артель. Надо заметить, что ее вхождение в профессию очень скептически восприняли кубачинцы, начиная от членов семьи и от опытных кубачинцев. Можно их понять. Как я говорила, что никогда в Кубачах не было женщины-золотокузнеца. Манаба говорила, что ей повезло в жизни с учителями и с кубачинцами в том числе тоже. Гаджи Кишев и Алихан Ахмедов на тот момент это были непревзойденные мастера своего дела. Они с таким отцовским вниманием, с такой любовью, с таким терпением отнеслись к молодой художнице, у которой, конечно, поначалу не все получалось. Затем она познакомилась в Тбилиси и работала уже с дагестанцами, с Расулом Алихановым работала, и с Гаджи Бахмудом Магомедовым, которые были приглашены в Тбилиси тоже в ту артель, которая была открыта в Тбилиси в 1953 году. Возвращаясь в Кубачи, показывая свои работы, консультируясь у этих метров кубачинского орнамента, гравировки, чеканки, насечки по металлу серебром и золотом, она получала очень хорошие уроки, и это ей давало импульс работать дальше. А затем пришло признание. Признание благодаря ее вот этому сильному, нечеловеческому трудолюбию, удивительному любопытству в профессии и желанию освоить буквально все виды ювелирного искусства. Хотя в Кубачах до сих пор у них такой вот очень сильный гравер кто-то сильный эмальер, кто-то чеканщик, третий еще какая-то узкая специальность. Она могла бы остановиться на чем-то. Но удивительная натура Манабы Магомедовой говорила: «Я хочу знать и это. Я должна это постичь». Несмотря на то, что она хрупкая, маленькая, женщина. Расул Гамзатов был восхищен, когда получил в подарок переплеты, которые она выполнила к его книге «Мой Дагестан», письмена. Он говорил: удивительно, в этой маленькой, хрупкой женщине столько огня. В 1953 году Манаба попадает в Москву на курсы повышения квалификации. И она этот период называет «московские университеты». В каком смысле? Что не только потому, что она там, в принципе, набралась опыта по насечке, например, по металлу темному или еще что-то, нет. Она открыла для себя музеи, галереи и вообще культурную жизнь Москвы и Санкт-Петербурга, куда она ездила оттуда. Она именно тогда познакомилась с профессором Строгановского училища Михаилом Яковлевичем Мишуковым, который по жизни был ее учителем во многих вопросах. Она с большой теплотой вспоминает Рене Оскаровну Шмерлинг. Она научный сотрудник одного из крупнейших музеев Тбилиси. Она говорит, что спокойно могла прийти к этой женщине, и она могла ее проконсультировать по любому вопросу. Могла познакомить с нужными художниками того времени, потому что она мало кого знала, вот эту художественную богему Тбилиси. Именно она ввела ее в этот мир, ей было там уютно, и она не чувствовала себя скованно. А знакомство с народным художником Грузии Ладо Гудиашвили дало ей тоже очень многое. Именно он впервые посоветовал ей кубачинки с традиционным таким отношением к искусству ввести в растительный геометрический кубачинский орнамент изображение животных и птиц. И она говорила, что это, в принципе, ей удалось, и оценили это очень и очень, восприняли и оценили на художественных выставках очень и очень высоко. Впоследствии она начинает участвовать во многих выставках в Москве, Санкт-Петербурге. Была участницей Дней литературы и искусства Дагестана в Москве в 1960 году.
и на многих международных выставках. В 1968 году она была участницей симпозиума, международного симпозиума ювелиров в Чехословакии. И это ее очень сильно обогатило. Она познакомилась практически с европейским ювелирным искусством, увидела их взгляд на многие вещи, которые, в принципе, были традиционны. Вот. И там, в конце уже, когда симпозиум завершался, даже у нее была мини-выставка. Настолько она покорила европейских ювелиров своим отношением. Был такой восторг от ее изделий, которые она и с собой привезла, и там выполнила за вот эту неделю-две какое-то изделие, она выполнила и там. Меня очень удивляет, как она осваивала эти техники. Каждый раз она говорит: вот я стала хорошим гравером, но я хочу стать неплохим чеканщиком. Для этого она не просто вот работает с металлом в этой технике, она ходит в музеи, она изучает вот старину, средневековые изделия грузинских ювелиров, которые выполнены в технике чеканки и эмали. Манаба говорит, что я очень люблю чернь, гравировку, но у меня благоговейное отношение к эмали. Чтобы освоить любую технику, Манаба работала не только практически. Она ходила в музеи, она изучала, начиная со Средневековья, всю культуру этой техники. Эмаль известна в Дагестане только с конца XIX века, поэтому ей пришлось практически освоить ее на примерах грузинской средневековых изделий. В Дагестане известна, например, только перегородчатая цветная эмаль. Она осваивает и оконную эмаль, и сама обучается выполнению варки, у них называется, варки этой эмали. Это мало какой вообще художник этим занимается. Великолепно использована эмаль при выполнении портрета имама Шамиля, Альбрехта Дюрера, Шота Руставели. Она там с таким мастерством, с такой тонким подходом вот этой тональности подходит к этой теме. Это восхищает. И вообще восхищает во всех ее этих книгах, восхищает ее отношение к своим учителям. Учителям кубачинцам, учителям ювелирам тбилисцам, учителям, представителям профессуры. И как Московского Строгановского училища, и как художественной академии Тбилиси. И это все говорит о ее человеческом отношении к тому делу, которым она служила всю жизнь. У меня вызывает восхищение интеллектуальный потенциал этой женщины, этого художника. Вот она делает портрет Альбрехта Дюрера. Казалось бы, Европа очень давно, Средневековье. Она изучает все, она просматривает все, она знает об этом человеке все, а не только как о ювелире, но и проходит по его жизни потихонечку. И вот это ей очень помогает уже в выполнении того произведения, которое получается очень и очень удачным и на очень высоком уровне. В ней еще восхищает вот этот ее такой восторг, и такое отношение к искусству любого народа. Она не только, она говорит: я в душе кубачинка, я грузинка, потому что всю свою сознательную жизнь мне прошло в Грузии, но я люблю все талантливое и гениальное. Я люблю в людях простоту, ум и талант. Это говорит о ней как о женщине, как о художнике с очень большой буквы. Художнику и поэту Юрию Августовичу 70.
Музей изобразительных искусств имени Патиман Гамзатовой подготовил ретроспективную выставку, которая представил творческий путь юбиляра в самых ярких живописных работах и в последних произведениях в жанре эпографика. Это такие работы 70-х, 80-х годов, в более такой традиционной стилистике. И работы тоже уже вот 80-х годов и 90-х, которые отличаются таким вот не выписыванием каких-то деталей, а построением какой-то концепции, которую художник решает, и сведением и буквенных обозначений, и символов. Но это вот тоже работа, которая подразумевает такое длительное прочтение, раздумие. Юрий Августович – автор около 1000 живописных, графических и скульптурных произведений, участник множества выставок в России и за ее пределами, один из ведущих театральных художников Дагестана. При всей своей самоценности невозможно воспринимать его вне его семьи, его родителей, незабвенных Алексея Августовича и Галины Конопатской, которые сыграли решающую роль в становлении Юрия Августовича как художника. Я все взял от них. И мораль, и содержание, и чувственность. Потому что мои родители были на высоком уровне всегда. У них нет проходных работ, они никогда не халтурили. Хорошо, что музей идет последовательно. Сделали выставку Галины Павловны Конопатской, которой в этом году 110 лет, Юры, ее сына, которому 70 лет, и сохранили и часть ее экспозиции, и его. Вот, потому что видна преемственность, видна семейная такая, как сказать, наследственность какая-то, да, видна. Эта семья, она внесла свежий ветер перемен во все сферы деятельности. Дала очень много этому нашему народу. Поэтому я вот этот проект, который делал Национальный музей, назвала «Семейный портрет на фоне гор». Все их творчество посвящено Дагестану. Интеллектуальность – отличительная черта живописи Юрия Августовича. Языком математических формул, ребусов и знаков художник говорит о человеческом. Слишком человеческом. Его герои не живут, а пребывают, производят не какое-то действие, а совершают ритуал. В каком-то смысле его картины можно сравнивать с древнерусской живописью, с той лишь разницей, что в иконе изображен мир идеальный. У Юрия Августовича же это интерпретация реальности, и каждому зрителю может открыться своя реальность. Нужно лишь довериться своим чувствам. Это надо все воспринимать эмоционально. Если человек эмоциональный, он поймет. А не эмоциональному хоть сколько воду не лей на голову, он все равно не поймет. Понимаете? Это же все на эмоциях. Картина без эмоций не может родиться, вообще появиться. Потому что одними мозгами нельзя сделать картину. Надо эмоционально ее пережить. Тогда она сложится. Тогда она будет интересна и автору, и зрителю. Цветовое решение работ Юрия Августовича заслуживают отдельного внимания. Многие его полотна почти монохромны. Оперируя двумя-тремя цветами и их оттенками, художник достигает удивительной колористической изысканности. Кроме того, свет у него никогда не выполняет декоративную функцию. Он всегда носитель смысла. И их всегда несколько. И каждый находится внутри другого, как в китайском шарике. Вроде просто сделано, а непонятно как. Вообще, тайна всегда присутствует в творчестве этого художника, поэтизируя его, казалось бы, такие непоэтичные картины. Работа, которая стоит за моей спиной, это работа символическая. Когда открылась первая галерея, первую выставку мы сделали с Юрой Августовичем. Почти все эти работы были на этой выставке. А вот работа «Дом полковника», которая за моей спиной, она очень сложная. Она была написана специально под эту выставку в первой галерее. Это первая работа, которая была в первой галерее Юрия Августовича. Я даже помню, что она была настолько большая, что мы не могли ее по лестнице поднять в галерею, которая была, вот, если вы помните, вот там на мансарде. И мы их поднимали с улицы через балкон на веревках. Это тоже было так достаточно эпично. Вторая часть экспозиции «Эпографика» – это авторский жанр Юрия Августовича. Жанр, сформировавшийся на стыке поэзии и графики. По признанию автора, он дал Юрию Алексеевичу новые возможности звучания
и чувственного обновления содержания. Помимо особенной поэтики, в произведениях Юрия Августовича обращает на себя внимание отсутствие знаков препинания. Читая эпиграфическое произведение, объясняет автор, необходимо войти в роль игрока или актера, чтобы найти правильное ритмическое решение произношения и восприятия текста. Их надо найти в прочтении эпиграфически, то есть опираясь на интуицию, подчеркивает Юрий Алексеевич. Для меня живопись и эпиграфика – это одно и то же. Иногда изобразительному не хватает слов, да, чтобы все выразить. А эпиграфика мне помогает вот высказать изнутри это все.